Анна, дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, рассказала в своих социальных сетях о страшном ДТП, после которого боится садиться за руль автомобиля. По словам дочери актрисы, инцидент произошел спустя всего несколько месяцев после получения водительских прав. В аварии участвовало 7 машин. «В меня влетела газель, меня отбросило на обочину, а газель методом домино протаранила остальные машины. После этого у меня напрочь отшибло желание садиться за руль. Остался этот страх», — призналась девушка. Ранее общественная служба новостей писала, что состояние тяжелобольной Анастасии Заворотнюк остается загадкой не только для ее поклонников, но и для коллег и друзей. Близкая подруга актрисы Виктория Пьер-Мария рассказала в беседе киноафиши, что до сих пор не располагает информацией, жива ли актриса. «Мы живем какими-то слухами, домыслами. Непонятно, что происходит с Анастасией. Я себя вообще накрутила. Я уже даже не понимаю, среди живых ли она. Где она, как она?» — призналась женщина в ходе разговора.